Казахстан. Такаеву Касым Жомарту Кимелевичу. Исполняющему обязанности областному акиму Павлодарской области Круг Олегу Павловичу. Акиму города Павлодар Асаину Байханову. Обращение. Мы, жители села Павлодарское, не согласны с организацией выборов на должность акима села 11 декабря 2022 года. Требуем их отменить. Мы ждем честной и конкурентной борьбы кандидатов. Но создается ощущение формальности процесса, в котором наши ожидания никого не интересуют, а альтернативы нет и все предрешено. Первый кандидат – это аким действующий, но среди участников. Хотя далеко не все проблемы нашего села ему удалось ликвидировать, и вряд ли можно на это надеяться. Электроснабжение регулярно дает сбой. Обострился дефицит пастбищных угодий и много других проблем. Нам приходилось обращаться в областной акимат, записывать видеообращение республиканским властям, чтобы решить другие насущные вопросы. Но мы не удивимся, если действующий аким одержит победу. Ведь второй кандидат – Анафин, его непосредственный подчиненный, сотрудник акимата. Как не думать о том, что его участие необходимо для создания видимости конкуренции? И третий кандидат – молодой специалист сферы трудоустройства и предпринимательства. Он не имеет опыта работы акимом и не занимался хозяйственными вопросами, а их накопилось немало у нас. Тем временем от участия в предстоящих выборах внезапно отказался человек, который мог бы создать конкуренцию и на которого мы возлагали надежды. Он намеревался подавать документы, но так и не сделал этого. Причины нам никто не объяснил, конечно, но подозрение на нечестные приемы осталось. Сейчас перед глазами примеры Кибахтуза, который показывает, что к назначению руководителя администрации нужно подходить серьезно. И мы хотим именно этого. В Жана Казахстан ценностями являются демократические процессы. И большие преобразования в стране начинаются именно с маленьких населенных пунктов. Поддержите нас, пожалуйста, не допустим нечестных выборов. Да.